Друзья, как и обещала, сегодня будет новый обзор. Адрес: проспект Победы, 382Б, город Челябинск. Привезли новинки. Новогодние маски на мягкой основе, снаружи блестки и крепятся с помощью резинки. Выполнены они в виде животных: лиса, олень, стоимость 55 рублей, и в белом цвете котик. Квадратной формы на фанере сделана интерьерная табличка. Вешается с помощью веревки джутовой в новогоднем стиле с различными надписями, цена 99 рублей. В прошлый раз я показывала вам стрекоз, а в этот раз есть еще и бабочки со стразами. А стрекозы в поэтках. Все это на прищепках за 99 рублей. Как стрекозы, так и бабочки можно найти в разных цветах. Белые бабочки безумно красивые. Вот не знаю, на елку ли. Кто еще не видел, недавно в Фикспрайс привезли украшения за 77 рублей в трех формах. Сделаны они из дерева, внутри тканевая вставка, звездочка, сердечко и елочка с шишечкой. Очаровательная декоративная игрушка подвесная в виде лошадки. Материал пластик за 99. Из такого же материала нашла бабочку. Она переливается и объемная. Популярное, видимо, украшение на елку, стрекоза тоже присутствует. Магнит «Время чудес» в форме символа года тигра. Держится хорошо, резиновая основа. Отличаются как видом мордочки, так и цветом за 55. В этом магазине новогодние конверты, письма Деду Морозу стоят ниже, могу вам их показать поближе. В составе конверта письмо Деду Морозу, игры с наклейками, наклейки и раскраска. Стоимость 55 рублей, есть со Снегуркой, со Снеговиком и с Санта-Клаусом или Дедом Морозом с оленем. Как и в прошлом году, привезли декоративные композиции в стеклянных горшочках, внутри есть камешки. Снаружи шишечки, ягодки, на каких-то даже елочки за 99 рублей. Подсвечники, тоже прошлогодние. Стаканы разных цветов, 6 сантиметров за 55. Только что выставили светильники в виде домиков. Безумно очаровательные. Батарейки уже идут в комплекте, так что можно проверить прямо в магазине, работает или нет. Световой поток совсем небольшой, всего 7 люменов, но будут создавать уютную атмосферку. Домики отличаются между собой не только размером, но и цветом крыши. Вот, например, серый домик, он меньше в сравнении. Всего на выбор я нашла 3 домика: голубой, серый и красный. Цена 299. Каждый год, мне кажется, привозят эти ели вырасти самостоятельно. Внутри есть инструкция и пожелание удачи. Действительно, она понадобится. У меня в том году она так и не выросла. Цена 99. На каждый праздник Фикспрайс привозит что-то подобное в маленьких коробочках, пазлы. В этот раз с предсказаниями с Новым годом. Коробочки разных цветов, цена 27,50. Декоративное украшение в виде листочка. Крупные, блестящие, 99 рублей. Между собой отличаются формой, представлены в серебряном и золотом. Обалденное елочное украшение, 10 сантиметров. Это снежинка. Она объемная, многослойная. Из подобного материала в красном цвете представлен слон. А вот такое украшение очень сложно повесить на елку. Это акула. Наконец-то до Челябинска добрались эти чудесные тигрята с просто волшебными ресничками. Это просто декоративные фигурки, не копилки, цена 299. Пополнилась коллекция посуды новогодней, гномики. Теперь можно приобрести минажницу. К сожалению, сделана она из доломита. Хрупкая, лишний раз такое лучше не мочить. Стоимость 249 рублей. Теперь вся коллекция в сборе. Новогодняя декорация подвесная, цена 55 рублей. Есть пожелания с Новым годом, и некоторые элементы выступают объемные. Какие-то ярко-синие, какие-то темные, и картинки в центре отличаются. Покажу вам ту пряжу, которая есть в этом магазине. Летняя серия «Пихорка». 60% хлопок, 40% полиэстер. Бежевые, зеленые и бирюзовые. Подмосковная пряжа из Троицка.
Нити толще, стоимость 99 рублей, 50 шерсть, 50 акрил, приятные расцветки. И очень много пряжи многоцветной, двухцветной, стоимость 99 рублей. Пряжа из ткани, пряжа пчелка, детская серия в классных расцветках и мягкая за 149. Подвезли чехлы для одежды, стоимость 55 рублей. Цвет белый, размер 60 на 80. Плотные чехлы на молнии, размером 130 на 60 сантиметров. Из дышащего материала, цена 99. В магазине обнаружила забавный набор, это зубная щетка, а в подарок к ней очки. Рекомендуется для детей от 3 лет. Подобные щетки есть еще и с другими игрушками, стоимость 55 рублей. Очередная заманчивая игра для детей – паровозы и вагоны. Внутри пазлы разных цветов. В каждом таком яйце только одно что-то. И если купить несколько, то можно собрать целый состав. Желтый, голубой, зеленый, фиолетовый, красный цвет. Цена 149. Игрушка, часы-проектор. 24 картинки. Сами часы объемные. Настроить часы можно по инструкции. Часы настолько крупные, что больше подойдут мальчикам, 149 рублей. Но также есть другая серия часов, которая легко надевается на руку, вроде браслета. Стоимость 149 рублей. И вот здесь уже очень много девчачьих картинок. Форма циферблата отличается. Умные наборы для развития ребенка. Подбери пару. В наборе 30 пазл элементов на тему счет, транспорт и времена года. Цена 149 рублей. Персонажи из разных мультфильмов. В наличии в большом количестве полигональные фигурки. Это фигурки, которые собираются из плотного картона. Стоимость 249 рублей. В комментариях написали, что фигурки будут маленькие. В этом магазине я нашла совушку бобра, собаку и тигра. В принципе, как и на Чечерина. Заказ и на стене ищите игры Флиппи Флип. Стоимостью 199 рублей. Представлены в серебряном и золотом цвете. Как я понимаю, такую игрушку нужно долго вращать. Выполнена она из металла. Сама игрушка отдельно упакована в чехол небольшого размера, который закрывается на кнопку. Различаются формой крошечного размера. Набор бит и торцевых головок с ручкой. Продаются без кейса, но с кейсом в магазине Fix Price тоже есть очень много таких наборов. 37 предметов, есть описание, 149 рублей. Популярные когда-то повязки для волос. Стоимость 99 рублей, с такими удобно умываться. Можно выбрать любимый цвет и форма зайчик, да кошечка и обычные. Зеркало настольное, стоимость 249 рублей. Ножка сделана из дерева. Снизу пластиковая глянцевая подставка для мелочей. Оно двухстороннее. Новый салатник в белом цвете с волнистым краем. Объем 1 литр, опаловое стекло, цена 99 рублей. Большие тарелки от Luminarc. По краю красный рисунок. Диаметр 24 см, упрочненное стекло со звездочками за 149. Стильная глубокая тарелка с прямыми бортиками, можно использовать как поднос. Материал фаянс, диаметр 22 см. В такой же расцветке есть салатники и кружки. Тарелка стоит 199 рублей, но стильная. Тарелочки с надписью Love, с сердечками, сейчас со скидкой. Диаметр 19 см, опаловое стекло, без карты 77, с карты Fix Price 65. Новые коврики для ванной комнаты с рисунком цветы, с обратной стороны прорезиненные точки. Чем чаще стираете, тем тоньше становятся эти коврики. 149 рублей. Кроме цветочного узора есть еще геометрический и в безумно ярком цвете розочки, но это уже на любителя. Набор для ванной комнаты и санузла, коврик 45 на 35 и 45 на 70 сантиметров. Внутри коврик имеет антискользящее покрытие точками. Цены набора не указали, но скорее всего максимальная стоимость.
299 рублей. В стопочке есть светлые и желтые разводы. Выбирайте два варианта. К Новому году просто не могли не привезти полотенце с символом года, то есть тигром. Полотенце вафельное, яркое с одной стороны, все края прошиты. Размер 45 на 60 сантиметров. Состав 100% хлопок. Их тут так много, что можно набрать на подарки. 55 рублей совсем не жалко за такое красивое полотенце. Посмотрите, какой вальяжный лев в лесу. А на этом ощущение, что тигр собирается на кого-то напасть. Даже не могу представить, какой из трех вариантов лучше. Роскошная новинка. Средство для волос 8 масел. Кокоса, черного тмина, органы, авокадо, миндаля, ши, чего только здесь нету. Полезные свойства масела описаны на упаковке. 200 мл, стоимость 99 рублей, удобный дозатор. Появились капсулы для стирки белого белья. Люма, 12 штук в упаковке, стоимость 149 рублей. Эффективен даже при 25 градусах, с пятого водителя. До этого я находила в магазине только для цветного белья. А еще есть усилитель стирки от них. Обзор заканчиваю, благодарю за просмотр. Магазин по этому адресу будет продолжать работу в обычном режиме. В комментариях пишите, какой новогодний товар вам приглянулся больше всего. Всем отличных покупок, пока-пока!